Всем привет, с вами Игорь. Сегодня очень жарко на улице и вообще отсутствует ветер. Вообще от слова совсем. Даже листья не колышутся. И жара такая, ну за 30 точно в тени. Вот. И хочу показать, какое напряжение на моих панелях солнечных. Вот при таком сильном перегреве. Я не знаю, какая сейчас там температура на них, но, наверное, яйца, наверное, пожарились бы. Итак, идем смотрим. Так, вот я возле ваттметра. У меня сейчас включена электроплитка. Жарится кабачок молодой. Уже назрели. И вот у меня 176 вольт всего-навсего сейчас. 176 вольт это с 4-киловаттного массива. И 623 ватты. Сейчас я пойду выключу плитку и опять мы посмотрим, какое будет напряжение. Вот, я ее выключил. А, и ваттметр потух. Сейчас мы ее опять перезапустим. Вот, ток нули, 183 вольты. Видите, напряжение подскочило всего-навсего на 6 вольт. Это ток, сейчас напряжение холостого хода, хотя оно должно быть 230-250 вольт. Всегда оно у меня вот здесь, вот напряжение холостого хода. Ну, в сильную жару может быть 220, там 210, но 183 я еще никогда не видел такого напряжения низкого холостого хода. Вот он, что значит перегрев панелей. Вот такая вот жара, ихний КПД. Очень сильно и резко падает. Сейчас пойду включу опять электроплитку. Вот я включил опять электроплитку. Напряжение просело не намного, правда. Не намного, всего на 5-6 или сколько там вольт. Вот, на электроплитке 619 ватт выделяется. Ну, в принципе, этого хватает, чтобы кабачок жарился. Мы уже это проходили, так сказать, плотность тока постоянного намного выше переменного, поэтому даже при более низком напряжении он выигрывает перед переменкой. Ну вот такое вот я хотел показать интересное, на мой взгляд, потому что я такого еще напряжения на своем массиве солнечном не видел. Такое низкое именно из-за перегрева панелей. Вот вам перегрев, что дает. Вообще плохо. Ладненько, всем пока.